Начнем наше ювелирное производство с изготовления бриллианта. Часто нужны будут эти камушки, посему сделаем так. Ctrl-A, скажем, циркл. У него должно быть 16 граней. И F мы ее сейчас заполнили полигоном. Так, и так вот. Сжимаем еще раз и. Хорошо. Теперь каждую через одну точку мы выделим. То есть вот здесь, здесь, здесь. Ctrl-Shift-B. Мы делаем грани. Секунду. Где-то я не выделил. Ctrl-Shift-B. Вот так. Сделали край. Далее мы поступим таким образом, что выделим вот эти вот ребра. И, скажем, удалить не просто ребра, удалить не те, которые нам не нужны. Вот так он удалился. И мы получили вот такой восьмиугольник, который мы тоже сейчас выделим. И нажав пропорциональное редактирование, возьмем S. Мы лучше это делать сверху. Возьмем S. Подгоним с помощью. Так. Колесико мыши, какое нам нужно. Вот так мы ее немножко увеличили. Хорошо, замечательно. А теперь будем делать так. Так, возьмем другой инструмент, вот Select Circle. То есть я хочу выделить. Так, секундочку. Мы сейчас выделим все. И зажав Ctrl, убираем ненужные нам с нашей точки зрения полигоны. Оставляем только эти. Чем это хорошо? Тем, что нам надо, во-первых, убрать и нажать G. И наши полигончики вот так убрать. Теперь посмотрим, сохранились ли точки. Точки сохранились. Но нам нужно только вот эти точки. А лучше всего сейчас мы выделим это все снова. Пойдем Alt-M. Скажем, дистанция, скажем, 0,6. И говорим, вы видите, удалено 32 лишние вершины. Это то, что нам надо. Сейчас мы эти вершинки уже одинокие выделим. И потянем вниз. С помощью G. Заглянем сбоку. Я думаю, что мы можем еще где-то вот так по оси Z где-то вот так загнуть. Вот так. Хорошо. Вот у нас получилась вершина нашего алмазика. Ну, если нам покажется слишком высокий этот столик стоит, да, мы можем всегда подтянуть его, так сказать, да. Дальше Е и тоже по оси Z, ну, так, наверное, и S. Мы это вместе все сдвинем. Получим вот такой диамантик. Не знаю. Так, может быть, еще ниже. Хотя они разные бывают. Давайте сделаем, какой мы сделаем, такой будет. Да и все. Хорошо. Продолжаем. Ну, а теперь мы нажмем Ctrl-R. Вот здесь. Посмотрим, где-то вот так, наверное, сделаем.
Так, перейдем, единицы перейдем в эти, в точки. Будем выделять точки, нажимать F. Выделять точку, нажимать F. Так, это повсюду. То есть мы формируем еще грани, как вы понимаете. Ну, а что теперь стесняться? У нас полно тут всего. Сделаем еще грани. По всей окружности. Прямо ювелиры мы с вами какие-то. Я надеюсь, он красивый будет. Для первого раза. Ну а там мы всякие начнем делать овалы, сердечки там. Ну, все, что нам нужно. Хотя есть, конечно, заготовки уже готовые в том же Ардуине. Но почему бы нам самим не научиться? Это всегда лучше. Так, вот мы это сделали. Хорошо. Ну а теперь лишние точки мы с помощью лишнего удалить сделаем вот так. Вот эти убираем. Вот так по всей. Такие получили грани. Ну, теперь давайте наведем порядок здесь. Вы же видите, теперь у нас здесь в точке остались. Мы сейчас выделим. Даже скажем, что нам эти ненужные точки не нужны. Вот так. А здесь выделим и скажем F. Все. Таким образом оно у нас получилось. Еще надо было здесь, мне кажется, грань сделать, чтобы не было так слишком остро. Так, ну давайте попробуем. Так, если мы возьмем вот это ребро, в ребро перейдем, вот это ребро. Вот. Что-то не особо оно хочет выделяться. Ну ничего. Давайте попробуем сначала еще раз проверить, все ли с собой в порядке, дорогая. Да, елки. Или не хочет она браться. Ну, не хочет, мы ее все равно выделим. Если хочет, он там не хочет. Да, какая. Вот так. Alt M. Дистанция. Вот она говорит, 7 вершин удалено, кроме того, все-таки. Так, ладно, теперь, значит, у нас вершины надо будет удалять, да? Почему-то отказался выделяться теперь. А, ну да. Стоит только выбрать тут. Давайте еще раз. Alt. Edit mode. По-прежнему всего хочу два ребра выбрать. Ладно. Заставим. Так, идем Ctrl B. Так будет правильно.
Вот так. Теперь здесь и грань есть, и все есть. Все, что нам надо. Можем подумать еще над геометрией сделать, допустим. Вот это, к примеру. Повыше, уже Z. Можем делать уже. То есть, ну, все вроде как сделали. Хватит уже. Единственное, что мы можем еще попробовать сделать следующее. То есть вот этот удалить полигон face, да? Выбрать точки. Вот эту точку. Сейчас выберем вот эту точку. Вот эту. И теперь можем сказать Alt-M, что она должна сойтись в центре. Опля. Не, ведь я не хотел, ребята. Коллапс тоже не пойдет. Ну. А не получилось просто из-за того, что нам нужно сначала, прежде чем удалять этот, надо одно действие сделать. А, ребро. Так, подождите. Ребро. F. Вот. Надо хитрое действие сделать. Надо сказать. И вот так немножечко сюда я продвинуть. Потом выделить точки. Вот они выделены. Сказать Alt-M. Сказать в центре я хочу. Все. Вот теперь она в центре. Так, а тут куда-то она пропала. Ничего. Мы сейчас повторим. Повторение, мать учения. И скажем Ctrl-B. Вот так. У нас получится вот такая красивая грань. А теперь уже точно готов. Ну, как говорится, нет предела совершенству. Вот эти нам нужно между собой соединить. Центр. То же самое здесь. Центр. Alt. Центр. И так пока не закончим. Слушай, у вас так много-то. Все. Ну вот, никто не сравнится с Матильдой моей. Очень все красиво. В следующем видео мы познакомимся с вами с программой Кейшот. И там мы с вами наш камушек-то расцветим.